Йоу, всем привет! Кто меня еще не знает, я Маш-Маш, та самая американская студентка, которая, очень усердно учится, ломает свой режим сна, не ест и не пьет. В этом американском универе кино и телевидение. И вот я уже не успев закончить свое приветствие и лечь спать, иду умываться и собираться на свою утреннюю пару, которая начинается в 8 часов утра. Но при этом мне нужно успеть на автобус, который приходит всего лишь 2 раза за 1 час. Или вообще не приходит. Тут я пытаюсь скрыть свои грязные волосы, в надежде, что красота косынок спасет этот мир. Заодно меня от неуверенности в себе. Обычно именно с таким депрессивно усталым настроением я дожидаюсь своего редкого автобуса, прям как денег на своем счету. Что я делаю в автобусе? Смотрю в окно и думаю, почему в этом мире до сих пор существуют люди, которые верят в круглые сэндвичи. Этот вопрос меня никогда не покинет. А вот, кстати, добряк Джей Джей. Мы вместе попали в класс продакшн 232. Да, так называется класс. У меня тоже к этому вопросы. Но как бы там ни было, нас там обучают свету и камерам. И именно сейчас мы все вместе с командой идем снимать мини-фильм для практики. Кстати, наш универ — единственный, который построил для студентов большую съемочную площадку. У каждого своя позиция в команде, которую выбирает нам профессор заранее. Например, к моему счастью или боли, я монтажер в этом мини-проекте. Но именно поэтому у меня есть время поснимать для вас маленький бэкстейдж. После пары я обычно общаюсь со своими друзьями, и мы вместе дожидаемся и потом усердно пытаемся поймать тот самый редкий автобус. Прям как видео на этом YouTube-канале. Ну а после этого я благополучно закупаюсь сушами, в надежде, что они смогут откормить мои кости. На остановке меня ждала какая-то дама, и вместе с ней мы дожидались другого уже автобуса, который довезет меня до общежития. Всем привет. Это я. У меня сейчас была пара, как вы могли понять. Мы снимали на площадке специальной. Backlot. Это действительно то место, где можно снимать фильмы в разных, так скажем, локациях. И при этом не арендовать, знаете, целую улицу, чтобы заснять какой-нибудь живой, красивый кадр. Сейчас я просто перекушу сушами и пойду в душ, потому что я хочу оставаться свежей и свежей. Для меня, в принципе, приятно пахнуть и иметь чистую голову, закон уверенности в себе
и залог хорошего дня. Поэтому я приму душ, и потом я поеду на встречу с друзьями в кафешку. И периодами буду заканчивать свой проект по классу. Меня увезут на сет сразу же после пары. Там мы будем на сете тусить. Конкретно я буду делать интервью на сете там. Потом это все монтировать опять. Ну, хотя бы мне это все нравится делать. То есть у меня нет такого отвращения, что... Мне это нравится делать, мне в кайф, просто иногда это очень много, и я не сделала баланс, то есть у меня 5 недель подряд сеты одни. Я недавно срежиссировала рекламу для бренда энергетиков Мио, поэтому у меня, то есть, устаю много. Во время съемок я реально вырубилась на 16 минут. Прости меня, карта памяти. И вот уже я выгляжу как здоровый человек, отправляюсь на встречу с другом, но, как оказалось, позже это было свидание с кофе у реки и походами в музей. Ну, кто же знал? Да, мило, но хэппи-энда у этой истории не было. Поэтому... Уже на этом этапе мой эмоциональный уровень энергии утопает, как те самые надежды выйти замуж за Ким Тэхёна. И вот я уже сижу на другой паре, где нас обучают раскадровкам и аниматорству. Именно в этом классе я наконец-то попал со своей группой друзей. Мы много дурачимся и смеемся настолько сильно, что во время презентации проекта я упал на пол с профессором из-за истерического смеха. Да. Кстати, в своем телеграм-канале я опубликовала свой шедевр, что и довело весь класс до истерики. Ссылка будет в описании. А вот мы уже на брейке с друзьями идем поужинать в какую-то кафешку и обсуждаем наши проекты, которые мы делали на прошлой неделе. Ladies, why don't men know how to communicate? real man, right here. He knows his negative sides, I guess. Red flags. He knows he's a red flag, but That's why I wear this. Yeah, because you're a red flag. That's yeah. Orange, dude. That's red. This is red. No. This is definitely red. I think it's the lighting. This is definitely red. You could confirm this. Burnt sienna? What the hell are you talking about? No, this is red. It's red that's, orange. That's a orange. Yeah, orange red. После пары меня сразу же забрали на съемочную площадку, где я провела всю ночь до самого утра. Oh, the camera. The cameras. They will fall in love. Look, I don't fall in love. The cameras will fall in love with each other. I know, right? You're beautiful, Tess. Aw, thanks, Gabby. Fabulous, Ledge. Wait, so what's your major then? My major. Okay. I was so close. I was like gonna take a gamble. People say there. In the camera. We fly or not even attempt. That's a Casey question. Let's go find out. Okay. Tell them to subscribe. Subscribe. Thank you. You just skip. Subscribe. Hi, everybody. I'm Gabby. We are on Real as the Moon Landing, and it is a night shoot. We're shooting from 8 p.m. to 8 a.m. Oh, say hi to Cole. Hello. That was Cole. He's our second AD. And it's going to be a really, really fun night. I'm going to be so tired. It's going to be great. Yeah. If he thinks you're always being sensitive to all people, then you know you're not friends. Not me. How many shots we have for today? 24. I think that's what they said, yeah. That's nice. Hey, y'all vibing out in here, holy shit. I think. Я закончила со сета, с площадкой, и я иду домой. Я безумно хочу принять душ, но
Я не знаю, смогу ли я. Я хочу просто еще поспать. Просто поспать. Я не знаю, сколько времени. Наверное, где-то 8-9 часов утра. И так прошел мои сутки. Я не спала буквально 24 или больше часа. Я познакомилась с многими прикольными ребятами. Мне очень понравился сам процесс. Все очень смешные, забавные, крутые, душевные. Было очень весело. Мне понравилось. Также у меня пришла почта. Давайте заберем почту, пока я не ушла. У меня есть ID, который я прикладываю сюда. И что-то здесь высвечивает. Locker 8. Во. Что-то там открылся. Посмотрим. Пришло. Аллилуйя. Это адаптер для Apple. Наверняка посплю где-то, не знаю, 4-5 часов. Двум я поеду к другу, и мне нужно забрать у него файлы конкретные, уже готовые, которые у меня подготовил с колористикой и распределением, чтобы я смогла их смонтировать для класса. И после этого мне нужно закончить свой проект еще по одному классу, другому. И вечером опять на сет. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте палец вверх, подпишись на мой канал. И в комментариях напиши, как твой проходит обычно день в универе или в школе. Всем спокойной ночи, доброе утро. Я спать. Bye!